Вы знаете, сейчас самое главное для граждан получить возможность выйти в парки, скверы и так далее. Подождите, а куда именно далее? На площади, например. На площадь, Сергей Семенович, как раз не надо. Хорошо. Значит, тогда мы предлагаем график, когда те или иные дома могут выходить на прогулку. Схема у нас очень простая. У нас есть несколько категорий домов. Смотрите, сначала смогут гулять жители домов, окна которых выходят на северо-запад и юго-восток одновременно. Далее, конечно же, те, у кого дома параллельные экватору. И только после них дома, которые находятся в программе реновации с 23 октября прошлого года за пределами Российской Федерации. Вы знаете, это очень продуманная последовательность. Скажите, а есть ли регламентация самой прогулки? Конечно же, есть. Мы 3 года разрабатывали ее, начиная с 2013 года. И закончили как раз в феврале этого года. Каждый гражданин в условиях ослабления карантина, выйдя на прогулку, должен пройти строго 50 метров от дома в направлении Северного полюса в поисках прогулочной парковой зоны. Если такая не обнаружена, допускается еще 30 метров движения в противоположную сторону. Придя в парковую зону, гражданам разрешается смотреть на насаждение, а также допускается круговое движение друг за другом на расстоянии 1,5 метра строго по уложенному орнаменту плитки. Сергей Семенович, какой плитки? Стандартной. Она в городе везде одинаковая. Далее. Взаимодействие с парковыми насаждениями допускается в свободной форме. Например, если один гражданин залез на дерево и повесился, то другой гражданин не должен снимать первого гражданина с дерева, а найти себе другое свободное дерево. Подождите, Сергей Семенович, как повесился? Почему? Как и все, из-за карантина. Повесился на руках, я имею в виду, чтобы, так сказать, растянуть залежавшийся позвоночник, грыжи и разного рода протрузии. Мы специально старались, чтобы в парках каждому хватило по дереву, как минимум с одной крепкой и надежной веткой. По окончании отведенного периода прогулки дома меняются местами. Вы знаете, меня, как и всех граждан, интересует вопрос. Как вы будете контролировать, чтобы второй дом не вышел, пока первый гуляет? Это регламентируется штрафами. Если второй дом вышел на прогулку, а первый дом еще не отгулял свое, то первый платит штраф за второй дом в размере минимальной заработной платы в расчете по 1 штрафу на жителя подъезда. А именно, за каждого второго жителя, каждого третьего подъезда, который не отгулял после 3 часов прошедших суток, начиная со вторника. Очень все продумано. Только я вас попрошу, чтобы штраф был не более 5000 рублей. Он не должен превышать размер выплат помощи от государства. Конечно же, мы же гуманные люди. Скажите, а вот если весь подъезд решит разом выйти погулять, все же могут застрять в лифте? Это мы тоже предусмотрели. В лифте могут застрять всего лишь от 6 до 8 человек, остальные же спустятся по лестнице и насладятся прогулкой. Ну что ж, прекрасно. И последний вопрос. Как вы назовете перечень этих мероприятий? Очень просто. График, чтобы подышать свежим воздухом. Сергей Семенович, перестаньте. Ну, какой свежий воздух в Москве? Хорошо, значит, свежий вычеркиваем. Дальше. Зачем слово «воздух»? Понятно, что люди и так дышат воздухом. Воздух убираем. Получается, график, чтобы подышать. Правильно? Нет. Звучит недемократично. Как будто мы хотим контролировать, кому, как и когда дышать, а кому нет. Да, мы иногда перекрываем некоторым кислород, но не массам же. Еще пока. Поэтому предлагаю добавить 1 слово. График, чтобы подышать свободно.
Через день. Да, свободно через день. Отлично, будет исполнено.